Здравствуйте, капитан команды СДЭК Максим. Играли с ЦППК. Последний тур, в принципе, для нас, наверное, особо ничего не решал, для ЦППК тоже. Но по факту все-таки собрались, выиграли, постарались играть на нашего бомбардира. Надеемся, он все-таки займет это место лучше. Ну, в принципе, задачу на игру выполнили. Задачу на сезон, учитывая, что первый сезон играем, наверное, все-таки тоже выполнили. Хотя, конечно, аппетит приходит во время беды, можно было и занять первое. Спасибо за сезон, встретимся в плей-офф. Спасибо.